Как мы определяем? Готовность молока определяем таким способом. То есть вот так вот стеночку отодвинули, у нас прослойка. Сыворотка вот там внизу внутри. То есть на ноже следа не остается вообще, нож чистый остается. На выставку объявляется перерыв. Начинаем резать. 15 минут. Где-то около сантиметра должны быть наши полосочки. Рука дрожит. В общем, если честно, я сама не верю, что я здесь нахожусь. Почему сантиметр и для чего вот это делается? Ну, чтобы нам поставить сырное зерно. Нет. То есть, нет, например, чтобы поставить зерно сырное у сыра джугас, мы режем вообще по 0,7. То есть они вообще маленькие получаются. Я вот, кстати, хочу мастер-класс по джугасу. Такой сыр, как мне нравится. Шикарный сыр. И так интересно. В этот раз не будет. И так интересно готовить. А? Это еще Виктор первый. После обеда будет, мы обед сделаем, а то мы с Наташей голодные. Наташа, ты сейчас как голодная. Еще раз делаем. Да, российский будем делать. Ну, разницы там нет уже, да, мне? Нет, мы с водичкой будем делать. А, а это без воды? Да. С понижением кислотности? Да, будем понижать кислотность. Но я... Тогда в гости Наташа, ну, ты все же знаешь, что это понижение кислотности. Сыроварение для чайников включает на себя вот обычный, как говорится, это... Лабораторный. Это мы потом. Так, теперь поперек. Да, режем поперек. Ну, на заводе это делает такая огромная мешалка, которая... Лира. Да, Лира. Она непрерывно вымешивает. Как давно вы занимаетесь этим делом? Ну, я уже полтора года. Первые сыры были вот такие. Ну что, почти как у нас. Она начала, и нас подсадила сразу на это. Ну давай тоже шлюпу. А я ведь купила и так. Ну мы начали, но пей это еще до тебя, по-моему. А потом вот подсадила нас. И то мне, мне Ирина первая прислала. Иришка Пономарь. В общем, у меня есть такая песку. Понятно. Вот как шампурина. Шампуринка, да. Вот посмотрите. Ну, в общем-то, проще некуда. Да, проще некуда, некуда. Но чтобы нам более ровненькие такие кубики получить, я придумала вот эту штучку. Называется для нарезки колье. Я ее, то есть, как-то вот опытным путем определяю, насколько я ее опускаю вниз. И у меня вот так вот получается. Хорошо, ты придумала. Смотри, ниже кубики. Опа. И то есть вот оно у меня прошло все. И до низа. Видишь, респект, вообще супер. Так я говорю, я думала, а почему же и почему хранила это так долго себе? А я хотела на мастер-класс показать. Ну, и знаешь, все думала, может, это будет. А, эти шумовки снимала, все равно не то, шумовка не получается. А вот это прям вообще мне очень понравилось. Ну и все, вот сейчас 5 минут постоит. 5-10 минут, да. И она сядет. И здесь будет... как бы немножко сыворотки. Мы эту часть сыворотки сольем. Ну, это сейчас подожди. Вот это. Да, сыворотка. А у меня собачки есть. У меня кошки. Кошки. Обожаю. У меня уже не хотят. Вот обычно, как бы, я убираю до уровня зерна. А чем убираю? А? Ковришка? Ну да, прям обычно в этих. Ну, что, Горюш. Вот. Все, я ставлю нагревать. То есть мы пользуемся самыми простыми инструментами дома. То, что есть. То... Покажи ее почетче, пожалуйста. Кто мешает? Дырочками вот так вот. Все понятно. Кто мешает, в общем, чем? Можно мешать шумовкой, хорошо получается. Вот прям шумовкой. Вообще тоже замечательно. Все, я уже начала нагревать. Вы начали нагревать в момент нагревания надо мешать. Да, все. Сначала тихонечко начинаем. То есть. Вот видите?
А на видео-то кто снимает? Я пока не буду. А я тоже. Ну ладно. Вот, вымешивать начинаем. И вот таким образом медитируем 30 минут. 30 минут? Вот у молочных производств у них очень хорошие учебники. Вот ради собственного развития можно просто взять один из них. Немножко. И сначала туда, да, вот так. И немножко читать. Один другому сказал, другой третий. Ну, а что, пока он там что-то часто режешь или голову? Температуру мы нагреваем до 34 градусов. Ой, нет, вру. Наташа, сколько мы нагреваем? У меня уже все в голове. До 37. До 37, все, я уже брать начала. У нас уже 32,5. Ну, сейчас вот 33 будет, я выключу, чтобы мешать. Да, иначе нам будет. Иначе она перегреется, зерно пересушится и... И все равно будет нормально. Я тоже. Я уже попробовала всякое. А я как бы один раз специально делала. Где купить такой термометр? Вот, Наташа, спросите. Наташенька. Это все зависит от того, как вы будете рисовать чем. Как там с бактериями дела пойдут? Вот когда мы его вымесим 30 минут, оно уже вообще... А это вот пастеризованное молоко? Нет, это сырое молоко. Мне его специально отстояли. Это Наташа на молоко? Это да. Я думала, ты со своим перлась. Я думала, ты со своим тащилась. Да, у меня так баури. Ого-го. А как он в пицце себя ведет? О, боже мой. Пицца вообще идеально. А это что? Качетта. Да. Но делать ее, конечно, мама не горюет. Сложно? Что-то как-то муторно. Да. О, Марина вот мне написала, и я что-то трешу. Пробуйте, пробуйте. Давай. Это качетта с куркумой и вяленными томатами. Некромантскими и итальянскими травами. Это как сыр, да? Это и есть сыр. Томат мне не достался, придется его так съесть. Африка что-то там еще, да? Это вяленый томат. Ну, созревание у нее 2 месяца. Это хлоздин, молоко натуральное. Да? Это из кузевой? Или я прослушала? Нет, так у нее дома, у себя коровье. Вот это-то из козьего делаем сейчас? Да, а, да, да, да. Марина, я прослушала. Ты какой температуре греть? До 37. Да. Там есть. Ну, я прибавила. Потому что время греть. Симпатично все. Но это более твердый. Он просто не размяк. Это не холодильник, это должен резать. Да, он прям будет твердый. А он вот чуть-чуть горчит. Это бывает такое. Это нормально. Нет. Вообще бывает. Что-то вообще бывает горчит, да. Это, наверное, огромный привет Елене Владимировне, Наташе, Виктору, Алексею, Евгеньевичу всем и всем от Павла. Ой, и ему тоже. Пашка наш. Как у нас он? На ферме есть такие. Как он знает, что мы... 24 года, занимается коровы, козы, гуси. Гусей 40. Да, и он это все делает сам. Молодой такой, вот 24 года. Вот вообще прям сам торгует. Вообще умница. Это, ну, еще, вы наверное, откуда сами-то? 15 я буду вывешивать. И потом мы ее поставим. Понятно. Мы знаем, где Воронеж. Завтра можно прийти. Далеко. Можно сделать и сыворотки, и брюнос. Брюнос. Да. И сыворотки. А что там еще остается? Так сыворотка еще останется. Его вывариваем. Очень долго, очень долго. Прям буквально несколько часов вывариваем. И получается такая густая коричневая жидкость. Если туда еще добавить, например, вот на такое количество сыворотки, ну где-то стаканчик сливок, он у вас будет прям как норвежский сыр брюнос. Потом можно его либо в деревянную форму поместить, либо вот, ну, я просто пластиковые чашечки раскладывала, и у меня такой сыр.
вареной сгущенки. Он прям густой такой. Ну, надо будет. Сначала мы его мешаем не часто, то есть практически все не мешаем, а когда вот он выварится, прям надо стоять и мешать, чтобы он к окну не прилипал. Такой он кисленький получается. Сразу говорю, марлей лучше не пользоваться. Вот так, вот нейлон, вовса, вот такая ткань. Вот именно такой лучше. Не, ну старый качество. Органза еще хорошо подходит. Марля старая, да, а которая сейчас марля, она ужасная. Мы что, наверное, посолим, да. Мы его посолим, прям в зерне посолим. Оно уже начекает. Я использую морскую соль. Морскую? Да. Только не йодированную. А не йодированную? Нет, йодированную нельзя. Иначе у вас сыр посинеет. Вот. Конечно. Надо было там размешать. Я обычно делаю так. Можно сыграть? Оно немножко отстаивается. Я сливаю сначала. Потом остается немного в кастрюле. Я солю там. По-разному. Вот Заня на кодник берешь, вкус один. Попробуйте, молоко альпийских добавляешь, другой. Попробуйте. Ну вот мы альпийских добавляем, вкус вообще сливочный. А он и сейчас не мечтает. А мы купили в этом году. Девушка более чистая. Да. Да. Всем вот так. Ну, так на руку, да, да. А тут надо самочистить. Да. Ложки, надо было ложки взять. Чувак. Ничего не надо было, так съедим. Там у кого мед продает, то палочки взять. На них мало. Да. Мед это наматывается, а это упадет. Ну, сейчас человек попробует, у которого коровы только. Разница есть. С Бузева лучше, мне кажется. Бузева лучше. Сразу, да? Болезнее опять. Мне кажется, это более какой-то воздушный получается. Это без ничего. Подвешивается фетр. И 4 часа я ее переверну. А, ну, как лучше надо? И на ночь мы ее оставим. Как забирать, а это не и на ночь что, куда? И на ночь она будет отвешиваться. Ах, супер. А как ей в форму цивильную придать? Это же фет, она режется на кусочки. Она кусочек у нее? Ее не надо. Можно ее взять и положить в форму.